Когда-нибудь они будут постигать здесь точные науки, а пока их учат плавать. Донской государственный технический университет предоставил детям бассейн на лето. Репортаж с места событий от корреспондентов университетского ТВ. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Универ» опытные инструкторы не только помогают ребятам научиться держаться на воде, но и прививают им интерес к спорту с раннего возраста. Перед нами стоит задача оздоровления детей, обеспечения досуга их в бассейне летом, пока идут детские площадки. Ну и, естественно, закрепление навыков плавания и приобретение тем детям, кто еще не был в бассейне ни разу. Есть ли такие дети? Нам нравится плавать, а если мы хорошо себя ведем, нам разрешают прыгать с вышки. Тут нет хлорки, лучше бы хлорки. Тут вода чистая. В то время, когда дети, казалось бы, просто резвятся в воде, плавание стимулирует работу всех групп мышц, способствует оздоравливанию организма, помогает держать его в тонусе. Задача нашего бассейна – принять здесь детей, чтобы во время летнего отдыха у них более разнообразное было расписание. То есть бассейн, они потом идут с воспитателями, кушают, занимаются различными конкурсами. Кто знает, быть может, эти дети – здоровое, сильное, спортивное будущее ДГТУ. Мария Якушечкина, Яков Кардо, ДГТУ ТВ.